Привет, друзья! Давно не виделись. Была тому причина. Я расширял гараж. В принципе, немногие знают, но теперь стал гараж шире на 12 квадратов. Теперь я начну заниматься своими машинами. В принципе, с чего канал и начинался. Это с Форда. К сожалению, Форда не стало. Потом понеслись тачки чужие, и как бы так и как-то своими машинами бросил заниматься. Как бы мой канал, мои тачки, мой контент. И с этой серии у нас будет Nissan Skyline в 33-м кузове. Мой Sky, кто помнит, я на нем положил двигатель. Что с двигателем, скажу немножко попозже. А точнее, узнаете в одной из серий. Там довольно интересно. Это вот мой движок. Этот я уже контрактный купил. Приехал относительно недавно. Вот, будем его сюда ставить. Такой же 20E. Пробег, если не ошибаюсь, что-то в районе 130-140 тысяч, там, плюс-минус. Со Скайом у нас за это время, конечно, вообще ни хрена не произошло. Ну, точнее как, произошло. Дополнительные коррозии. Состояние его кузова значительно ухудшилось. То есть тут и так арки были в плохом состоянии. Сейчас они еще стали хуже, все крылья, так скажем, подходили. У нас тут теперь вот такие вот дырки. Ну, шпакля подходила, то есть замена порогов, крыльев. То есть тут прям работы предстоит. Крышка багажника тут с вот такими вот косяками. Это я спойлер дырявил. Зря, кстати, продырявил. Жалею теперь об этом. Че, крышку тоже восстановим. Ну, сами понимаете. Тачка стояла почти 3,5 года. С правой стороны у нас с арками все то же самое. Арок у нас нет. Все сгнило. Тут шпаклевка, пена, короче, тут дел с машиной. В принципе, буду с ней делать все то же самое по кузову, что и с чужими машинами, то есть восстанавливать. Фары стали вообще желтыми, были белыми. Будем восстанавливать фары, противотуманки. Да, кстати, бампер просто, скажем, у нас был одет. Он лежал в гараже, но тем не менее, бамперу тоже досталось, там трещина есть. Единственный, так скажем, плюс, что осталось в хорошем состоянии, это у нас салон. Вот к салону, ребят, тут уже не, так скажем, не докопаешься. Он как был чистым, приятным. Вот, то есть салон в обалденнейшем состоянии. Как бы, да, ну не считая, естественно, там пыли. То есть он не порванный, он не прокуренный, он не прожженный. Потолок чистый. К салону реально тут, ребят, не докопаешься. Мне реально машину жалко, мне хочется на ней ездить. Ну, надеюсь, теперь будем. Это первая серия по Skyline, по его восстановлению. Надеюсь, все получится.